Ребятки, доброе утро. Такая у нас весна. Огромные хлопья снега. Хочу сказать, что я уже привыкла. Раньше, когда снег, всегда бежишь снимать. О, снег, снег. А сейчас уже спокойно к этому относишься. Но он сегодня, знаете, так медленно падает. И он очень крупный, красиво. Поэтому я вышла вот прогуляться. Хочу вам показать, как это красиво. Такие красивые снежинки. Кстати, вот в этом доме, это дом Магнолия, сейчас квартиры сдают за $1500. По-моему, 67 квадратов было. Ну, ремонт, конечно, неплохой в квартире был, согласна, но цены сейчас космос. Вот кому не холодно, это уточка. А, они меня увидели, видимо, решили, что я им сейчас что-то вкусненькое дам. Там собака. Я надеюсь, она меня не видит. Цены на бензин. Вот такие небольшие домики, пятиэтажные, соседствуют с огромными многоэтажками здесь. Еще раз всем привет-привет! Я уже нагулялась и еду домой. Хочу горячего чая.